Как сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко, в минувшие сутки вновь зафиксированы обстрелы украинской территории со стороны Российской Федерации. Российская артиллерия поздно вечером 21 ноября обстреляла подразделения украинской армии возле Югановки и Герасимовки Станично-Луганского района Луганской области. Также Лысенко сообщил, что за минувшие сутки погибли и четверо украинских военных, 10 ранены.